Тот, кто здесь жил, обустроил внутри склад для еды и припасов. Эти лианы куда-то ведут. Надеюсь, выдержат. В норме. Это что, Стим? Ты полон сюрпризов. Мне лучше. Хороший дроид. Так, вторая попытка. Что ж, так, взбирайся. И как ты здесь очутился? Не помнишь? Мне не встречались забывчивые дроиды. Не поспоришь. Нам нужно вон туда. Я чувствую. О, ящик. Надеюсь, джедаи не против поделиться снаряжением. Что там было?
Не отставай, беди один. Ты отметил все места, где мы были? Я не смогу туда добраться. Нужен другой путь. Сканируешь?
Кто-то хотел добраться до хранилища с помощью этого. Мне нужна помощь! Уходим! Давай глянем. Не хочет работать. Подкинь мне Стим, Педявин. Спасибо.
Ладно, я гляну. Молодец. Там что-то есть? Это не просто учитель. Да, путь труден. Порой кажется, это невозможно. Но упорство и сила помогут преодолеть любые преграды. У тебя все получится. Так, теперь двигайся ко мне. Еще! Соберись. Еще раз поверь в себя. Да, учитель. Так себе. Еще раз. Теперь доберись до меня. Я смог. Упорство и сила и правда помогают. Просто вспоминаю старые трюки. Покажешь снова тот короткий путь?
здесь было место для медитации. Кого-то знакомого с Орденом Джедаев. Куда же ты? Что там, BD-1? Хорошо. Жаль, что щуп-адаптер сломан. Но дать отпор тому богату — ты храбрец. Пора идти, BD-1. Погоди. Ты нашел что-нибудь, BD-1? На перегонки? О, держись!
Это еще не конец. Ладно, ладно. Ты бы все равно выиграл. Наверное. Впечатляет. Что такое, Биди? Отлично, незнакомец. Тебе удалось пройти испытание и получить доступ к хранилищу и этой записи, одной из многих, которые бережет дроид. Я мастер Эна Кордова. Мы не знакомы, но мне известна твоя цель. Судьба Ордена Джедаев в твоих руках. Это место, это хранилище. Бывший храм давно угасшей цивилизации Зеффо. Здесь во время медитации на меня снизошло озарение силы, видение конца. И я спрятал в храме джедайский голокрон с именами и координатами детей галактики, чувствительных к силе. Впереди тебя ждет камера хранилища и еще одно испытание. Я могу доверить голокрон лишь тому, кто понимает меня и идет тем же путем. Найди же гробницы трех мудрецов и научись видеть таинство силы, как Зеффо видели их. Этот дроид станет ключом к успеху твоего предприятия. Отправляйся на Зеффо. Там ты познаешь мир в эпицентре бури. Удачи, джедай. Да пребудет с тобой сила. Так это с тобой я должен был познакомиться. Знаешь, я очень долго был один. Я жил без цели, прятался. Так жить нельзя. Ни джедаю, ни дроиду. Может, Цера права. Может, хватит прятаться. Эй, а хочешь, познакомлю с моими друзьями? Снова сканируешь?
Думаю, я нашел, что ты хотела. Похоже, так и есть. Мы вас ждем. Закрыто. Снова сканируешь? Мой друг, выходит, что Зеффы интересовались датамиром. Странно, что столь мирная раса была увлечена местом, где царит только тьма. Спасибо. Обратный путь должен быть короче. Thank you.
Бедного Бобрика убили. Он пытался защитить свою семью. Подкинь мне Steam, бедяги. Что это за место? Стима! Здесь джедай изучал ту сферу, что наверху. Я чувствую его восторг. Thank you.
Ой, привет. Леди один, сюда. Ты прошел испытание. Так ты знала о Беде один? Заходи, поговорим внутри. О, Беде один, это Грис. Привет. А это что? А ну, брысь! Прочь! Прочь, не надо! Фу, убирайся! Иди вон! Это Беде один. Наш друг. Мне плевать, чей он друг. Да ты хоть знаешь, как трудно вывести масляные пятна с обивки из шерсти Патоли? Нет, не знаю. О, и не говори мне, что он нашел только дроида. Успокойся, Грис. Не только. Расскажи, Кэл. Хранилище построила древняя цивилизация Зефа. А джедай Эна Кордова спрятал там что-то внутри. Что он там спрятал? Голокрон из архива. В нем список детей, чувствительных к силе. Поколение джедаев, я так и знала! Ох, Кордова Дуралей! Ты знала его? Да, давным-давно я его ученица. Кордова был одиночкой. Наверное, лишь этот дроид и я знаем Абогана. Минутку, погодите. Гола что? Голокрон. На нем информация, доступная лишь джедаям. Сейчас у меня завалялся один. Используй силу. Говорит Оби-Ван Кеноби. С прискорбием сообщаю, что наш Орден Джедаев и Республика пали. Список чувствительных к силе поможет возродить Орден и свергнуть Империю. Ну ладно, и в чем проблема? Найдем его! Но Голокрон спрятан в хранилище, и найти его можно лишь следуя по пути Кордовы. Еще Эна говорил что-то про Датамир и о планете Зефа. Ясно. И куда мы летим? Я интересуюсь, потому что нужно же приготовить еду. Ладно. Но для начала хочу понять вот что. Почему ты больше не джедай? Одно событие сильно изменило меня. И я больше не пользуюсь силой. Но ты хочешь возродить Орден? Я считаю, что Орден Джедаев — это наш шанс победить Империю. А что ты считаешь? Я считаю, прятаться от Империи бесполезно, так что выбора нет. Кэл, пока ты жив, у тебя всегда есть выбор. Так ты в деле? В деле. Датамир или Зефа? Выбор твой.
Когда захочешь лететь, дай знать. Я буду здесь. Эй, Крис, что это за штука? Что? Ты никогда раньше не видел террариум? Видел. Но разве там не должны быть растения? Ну, я был немного занят, возил тебя по галактике. Кстати, можешь отблагодарить меня семенами. Ты же ненавидишь природу. То, что снаружи, еще как. Но за достаточно толстым умбарским стеклом оно само совершенство. Ладно, посмотрим, что удастся найти. Уже проросло. Посмотрим. Крис, ты не думал освежить обстановку? На Богомоле? С чего вдруг? Не мешало бы добавить картин на стены, чтобы глаз радовался. С каких пор ты любишь искусство? Мне оно всегда нравилось. В юности я изучила все образцы, которые были в архиве джедаев. Их ты тоже критиковала? Я ими восхищалась. А когда стала искателем, увидела некоторые вживую. В галактике столько культур, и у каждой есть свои уникальные предметы искусства. Это потрясающе. Так, мы на месте. Полезай в кресло. Там буря разбушевалась. Слушайте, не лучшее время для посадки. Да, что-то не так. Ветра создают помехи для комов. Эй, Кордова говорил что-то о штиле в эпицентре бури. Я вижу поселение прямо в ее центре. Нужно добраться туда. Вас понял. Парень, порывы ветра нам не страшны, если он не усилится. Скажи железяке, чтобы держал свое мнение при себе. Я уверена, что все под контролем. Конечно, под контролем, но все не так просто. Так, держись, держись, держись. Безупречно. Гризи может, детка. Но комы по-прежнему ловят очень много помех. Пара минут, и я все настрою как надо. Займусь поисками следов Кордовы. Ладно. Выйду на связь, как все настрою. Кэл, подойди. Ты хорошо проявил себя на Богана. Чем больше узнаем о Кордове и Зефа, тем выше наши шансы остановить Империю. Я слышал о древних культурах, но мало что о них знаю. Я знаю лишь то, что Кордова был одержим Зефа. Считал, что их учения очень важны. Меня тоже занимали тайны нашей галактики. Принимайся за дело. Здесь можно многое узнать. Удачи.
Я вижу, вы оба многое пережили. Это нелегко. Да, нелегко. Но я думаю о тех, кто когда-то в меня поверил. Если я отрекусь от себя, то и от них тоже. Уверена, у тебя есть свои примеры. Прав. Мой друг с браки. Он пожертвовал собой ради меня. Он верил в тебя. От тебя многие зависят, даже если они об этом пока не знают. Не сдавайся, Кэл. Ради Прауфа. Ради всех. Беди, ценный дроид. Кажется, ты и правда ему нравишься. Кордова, наверное, очень любил дроидов, раз решил оставить такую важную информацию у BD-1. Я полагаю, он выбрал BD-1, потому что искал возможность хранить закодированные данные. Такой дроид-исследователь – подходящий инструмент. Но я уверена, что он непростой дроид. Пожалуйста, я пытаюсь собраться с мыслями. Одиноко ему, наверное. Надо еще семена найти.